Здравствуйте, дорогие товарищи. Поиграем сегодня в демку игры Sentry. Вот. Саундтрек мне уже нравится. По игре это какой-то шутер плюс Tower Defense. По описанию напоминает Orc Must Die. Вот. Ну, посмотрим. Будет что-то низкополигональное, но если это будет весело играть, если качество будет не в графике, но в геймплее, это будет офигенно. Давайте. Понеслась. Hallway. Давайте. Что это у нас такое? Weapons, deployables. Вот она так, хитро, прикольно. Ну да, зачем нам 3000 оружия, когда можно взять что-нибудь попроще. Utility. Пассив. Интересно, модельер. Давайте, Vortex Glove. Давайте по классике. Вообще не понимаю, что это такое, но посмотрим. Интересно. То есть мне фиг... Да, мне кажется, что этот реально как Orcs Must Die, только в таком. Футуристичном антураже. Лопольном. Так, ну что там? Hill Station, давайте Hill Station. Деплой, посмотрим. О, какой ты быстрый, а. Давайте-ка геймплей где-то, интерфейс. Не-не-не-не. Ты такой быстрый, да? Отсюда должно все, да? Окей, и в какую сторону, как тебе? А, вот, на R. Где там, не знаю, какой-то. Типа тут тоже что-то будет. А, это выход, а там вход. Ну да, в общем-то, Orcs Must Die. Давайте уже что-то. Еще двадцаточку, да? Построить. А, тут нету приближения. А, это переключение между на правую кнопку.
вы, сволочи, еще можете еще убивать мою турельку, да? Нахуй. А не то. Ага. О, дали ресурсов, хорошо, супер. Да давайте уже что-то. Надо было чуть подальше, чтобы они прошли по этому, а потом уже. А, подожди, стоять. Подожди. Не туда. Я понял. Лоханулся. Или лохов. Так. Переключаешься. Ну, вообще удобненько. Ну, тут придется самому. Это собака такая, а? Побежала. Что у вас, гранат слишком прыгучий. Сейчас не очень весело. Ай. Это вы как-то жестить начали, а, ребята? Прикольно. Ага, сука, 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 где? Это же какая-то базовая разрушаемость здесь. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, это выход. Откуда? А, не, наоборот, вход. Ладно. Какая подстава, блин, а. Все.
Блин, ну вы жирные как суки. Блин, она такая прыгучая, что пипец. Эта граната, блин, толк как. Давайте сами справляйтесь, правильно? Прорвались, а? Как будто оружие не мощное, а? Ресурсы собрать. Давайте-ка. Всего 23. Да, наверное, просто сюда всех собрать. Туда тоже. Так, значит, вот наше узкое место. Так, стоять. А еще Сашечка появилась. Да похуй. Ну, в том смысле, что ощущение, что ляха-муха. Короче, блин, не выглядит, что сука. Да блин, пипец. Оружие какое-то пипец какое-то слабое. Что нужно сделать? Так, давайте-ка. Сейчас, подожди. Фидбэк. Что это нам подавали такого?
Да просто замедление, неинтересно. Угу. Посмотрим, как это мне поможет. Это приключение такое вообще не кузявое. Но смокинг, что это? Что за херня? Окей, понятно. Себя quick access. Давайте уж что-то. Пистолет мощный, а самджушечка вообще никакая. Окей. Окей, guys. Ага. Ага, сюда нас еще лактует, блин. Давайте начнем, что ли. Жесть, пистолет такой мощный. Самодвижка вообще никакая. Эй. Так,
Блин. Черт побери! Кто придумал на кью ставить? Теперь две будет, да? Хорошо, хорошо. Блин. Ты чё, блин, не надышишься? Вроде ничего так пошло. Хорошо. Так. Q. Нет. Нет. Вот это вот. Тоже хорошо пошло. А, что там у нас? Всем, кто попытается здесь прорваться, вот, пожалуйста. Здесь вот у нас будет такая сюрприз, motherfuckers. Ну и все, как-то так. Что там еще делаешь? Все, что ли?
Ай, блядь. И будете делать свою игру, никогда не назначайте на кью. На кью какое-то лишнее действие. Return to bot. Еее, мы сделали это. Дробовик и СМГ вообще бесполезные. Да. Да, дробовик и пистолет бесполезные. Рейлган хорош. Вот это вот непонятно, сейчас узнаем. Хеллстейшн. Small amount of that. Вот эти тоже хороши. Шокплейт. Шокинг и дэмэджинг. Да. Вот эти хорошие были. Это тоже хороший был. Граната. Давайте. Давайте вот это попробуем. И... Ладно, бронька так бронька. Так, и теперь... Нужно последнее выбрать, чтобы это могло быть что-то, что не тратит ресурсы. Это стены, стены. Это тоже стены. Wall trap. Ceiling trap. На потолок давайте, да. Ну попробуем, давайте. Все. Ага. Все, конечно, в этих низкополигональном стиле оно такое одинаковое. Так. Вот так вот, теперь. Тех, кто пройдет. А ну тут пока еще пройти. Она дешевая, смотрите, да? В смысле, да, дешевая. Так. Это может даже снять надо. Ага, да. Сюда. Это сюда. А это сюда. Вот так вот. Все попробуют супа наваристого. Ультрамаринского супа. Ну что, давайте пойдем. Что это такое? Фигня какая-то. А-а-а! А этим просто... Ну, я могу сказать, что оружия не хватает баланса.
Точка Б, да? А где эта точка Б? Ах, пипец у вас тут. Я ж не знал, что у вас не везде прыгать можно. У нас этот в Дипро Галактике прыгать везде можно. Да я просто. А вот оно. Так, что тут у нас? Ага. И что-то нельзя тут никаких других. Ну, других никаких нельзя, к сожалению. Тут бы что-нибудь такое из разряда. Давайте начнем что-то. Это что такое? О, прикольно. Это они прикольно придумали. А, ты живой еще? Или там и там будут, да? А тут такое что-то можно поставить? Да ни хрена тут нельзя поставить. Только тут. И то. И все. И что, и все. Так, хорошо. Тут поставили, там поставили. Вот он, да? Те, хорошо. Попробуем. Что тут еще сделаешь? Так, надо маршрут разработать. Так, маршрут у нас тут. Где у нас подзарядка оружия? Куда вы убегаете-то? Какую дырку? Где у нас выход-то? Черт, покажите мне, где. А, Б, хорошо, хорошо. Куда вы будете бежать? Вот сюда, экзит. Вот тут собака. Промазал. Ну да.
турельки вообще не работают. По крайней мере. Дорогие, но... Еще отсюда будет... будут идти, да? А, тут еще дэшечка есть. Офигеть. Офигеть. Так, CD. DC Final Way. Бляха, муха, все снимать надо. Срочно, срочно, срочно все снимать. Бабло давайте, бабло, бабло, бабло. Эль бабло. Так, 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 так. Да, я знаю, что сейчас будет пипец. Но это не пипец. Это не пипец, так. Блин. Блин. Куда, блин, бежать надо? За хер с горы, блин. А, mission failed. Ну вот тебе и раз. Давайте. Винтовка хорошая. Модул 12 шотган нахер. Это хорошее. Вот это вот получше будет, чем этот пистолетик. Дальше. Это однозначно, да. Это тоже не, не чёток. Это херня какая-то. Лучше хелс. И, наверное, флаг турит. Или не надо флаг турит, потому что все равно как-то так не очень хорошо работает. Шокплейт. Где потолковая? Вот эта потолковая штука. Так, 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 так. Нахер. Не работает. Не работает так, как надо. Traction pad. Holds. О, давай попробуем. Sentry online. Ага. Objective update. Ага, ага, ага. Так. Значит, здесь у нас основная линия обороны будет.
Ну вот бесит, что нас нужно очень близенько-близенько подойти. Так, отсюда, да? Можно это закрыть? Но мне тут вообще никак не впалось. Ага. Дальше. Как-то так, давайте начнем. Ой, ладно, извините. Да бляха-муха! А-а-а, пипец-то, что ж такое-то? Так, хорошо, вроде нормально пошло. Но я понимаю, что там... Потолком здесь у нас не очень получается, но там шестьдесят, дорогая сука. Дорогое ты удовольствие. Кнопках. Вот как раз на две получится. Ага. Что ж такое-то? Заходи уже.
не стесняйся. Конечно, удобнее там было бы с этими потолочными штуками, но, блин, что делать? What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boy, bad boy. Если кто и выживет, пускай он подождет. Дорогая, блин, а? Дорогая, я это самое. Не уверен, что эти траты оправдают наши расходы. Давайте так попробуем. Вот так вот. Вот так вот. Где наше оружие? Оружие. Нихрена себе. Даже хорошо пошел. Новый, да, значит. Сейчас по-быстренькому. Полный редизайн уровня. Я не знаю, откуда они пойдут. Может быть отсюда, может быть не отсюда. Так.
Ай-яй. Да блин. А вот. Да-да-да. Ей, он там по дурости что-то пропустил. Objective updated. Прикольно вот эта фишечка. Ага, вон там как я выгляжу, да? Ей. А, ну что же, какое-то обобщение сделать. Ну, в общем-то, мне понравилось в целом. Хотя я чувствую, что баланс с оружиями, он с оружием он несколько смещен в неправильную сторону. Ну, допустим. Сейчас посмотрим. В общем-то, вся эта фишечка, она явно спижена из Orcs Must Die. Надо вторую часть, кстати, пройти. А то первую я там почти на перфекту прошел. А вторую вот надо в кооперативчик дождаться скидок и Хиггса, например, пригласить. Извините, болезнь итальянская не проходит. И это без всяких там иносказательностей. А, вот. Ну что тут, да, вот это вот. Все это явно спижено из Orcs Must Die и помещено в такой low-poly sci-fi сеттинг. В общем-то, больше упора на шутер, нежели на... Ну как, больше упора. По сравнению с оригинальной Orcs Must Die, где там реально нужно просчитывать, и ты не столько стреляешь, сколько реально... ставишь эти загадки, и здесь вот, как вы видите, немножко и пострелять надо. Но при этом оружие, оно такое странное. Вот эти вот шотганы и SMG-шки, они вообще никак, я не понял, оно работает, не работает, баланс на них, по-моему, прошелся катком. В том смысле, что, может быть, ты три оружия можешь выбрать сразу же, и тогда... Ну вот. Ну нет, 4. Ну или там 2 пистолета. 2 пистолета и 1 шотган. В этом может быть смысл какой-то. Что как бы... У тебя есть 3 оружия. Но оно такое маломощное, и поэтому толку от него как от быка молока. Вот. Railgun и AR-44 были хорошие. Ну, вот, видите ли, я там
последняя AR-44 использовал очень активно. Там пистолет и вот это вот против мелочи. Мелочь очень противная, честно говоря. Мне понравилось, что враги прыгают туда-сюда. Это очень бесюще, но при этом очень прикольно. Ну, с точки зрения какого-то челленджа и предъяв к твоему эйму. Да. Из этих... Ну, это все понятно. Ловушечки. Конечно, опять же, как и Works Must Die, вот эти вот бесплатные ловушки, которые перезаряжаются, но не уничтожаются. То есть в Works Must Die вместо турелей были стражники. Вот. И стражники на первых уровнях были... Ну, такое себе удовольствие, реально, чтобы сохранить денег на более поздние волны, требовалось реально использовать такие перезаряжаемые, поскольку они стабильно убивают, стабильно перезаряжаются и не исчезают, их можно потом продать. Как мы видели по состоянию турелей, их можно продать, но они... У них есть амортизация. Вот. Hell Station, Ammo Station так, в общем-то, не надо было, разве что... Ну, перезаряжаться все равно приходилось, конечно же. Vortex Glove, она такая странная. Граната очень прыгучая, слишком прыгучая. Hell Steam полезная штука. Но это может быть да, потому что после каждой волны приходилось бегать, перезаряжаться. Вот. Но я играл на нормале и как бы без всяких изощрений. Но вот эта вот МК-5 всякая штука, она может намекать на то, что это все как-то апгрейдится. Вот апгрейда, кстати, здесь очень сильно не хватает. То есть какого-то там... Тут могли бы сделать и элементы рогалика, там какие-то вот повышения уровня из разряда. Ну вот, как недавний Deep Rock Galactic Survivor. То есть ты заканчиваешь волну, и тебе какой-то бонус дополнительный подкидывают. Ну и, в общем-то, Works Must Die ты тоже прокачивал. По крайней мере, во второй части ты тоже прокачивал вот эти вот орудие по полной программе. Ну, как бы, выбирал, покупал и прокачивал. Хочешь что-то больше, делай умелее. Как-то по-русски. Делай, будь молодцом и делай перфектные уровни. Так что, покупать эту игру я, скорее всего, не буду. Потому что мне еще Orcs Must Die не пройдены. Но я бы сказал, что она весьма и весьма достойна. Как бы с точки зрения геймплея. Тут вряд ли будет какой-то мега сюжет. Но с точки зрения геймплея она хороша. То есть это шутерные механики такие вот быстрого толка. Плюс саундтрек неплохой. Ну, конечно, в... по-моему, в менюшке получше, чем в самой игре, но там он не раздражает, как бы. Вот. И... Да, да. Это крепкая, крепкая инди-игрушка, которую можно играть и получать удовольствие. По-моему, так. И на этом все, дорогие товарищи. Спасибо, что были со мной. Спасибо тем, кто выжил до конца. Если вам было интересно. И присоединяйтесь к нашему Discord-каналу Кооператив Дружба. Там у нас есть всякие посиделки. Например, сегодня пятница, у вас может быть другой день, но сегодня я явно собираюсь с кем-нибудь посидеть пару часиков перед ночными сновидениями. Вот. Дальше у нас есть Russian Homeworld Fleet, где мы ждем Homeworld 3. Уже 20 лет ждали, и вот, наконец, почти еще чуть-чуть, еще немного дождемся. Есть также
у меня ВКшечка, ну, в смысле, ВКонтакте группа, есть в Фейсбуке группа, есть в Инстаграме я, есть в Дзене, тоже начал выкладывать всякие переводы по Homeworld'у. Вот, и в Телеграмчике, конечно же. Куда ж уж сегодня без Телеграмчика. Вот. И, значит, если вам понравилось, лайкайте, шарьте, если хотите поделиться с друзьями, подписывайтесь, если хотите следить за обновлениями того, что я делаю, и донатьте, если вам хочется, чтобы я это делал дальше, и больше, лучше и веселее. А на этом все, и увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. Да, кстати, тут, говоря про сюжет, скорее всего, вот этот вот флот, который бомбит Землю, это явно какое-то вторжение инопланетян, и Сентри — это явно что-то из разряда «враги сожгли родную хату», ну, в смысле, из порталов к нам ринули злобные пришельцы. Ну, как-то так. Но это типичная затравочка для такого типа игры, а-ля кармаковское порно, типа. Ну, помните, сюжет в игре должен быть или кармаковское, или ромеровское. Короче, ID-софтверовское. Идея о том, что сюжет в играх должен быть как сюжет в порно. Он нужен для завязки, но... Что там происходит, это не так уж и сильно важно. Вот. Ладушки, увидимся в этой. Хотя вряд ли, конечно, как я уже сказал, вряд ли куплю. Или в другой игре. Так что так. Все, пока-пока.